То есть, друзья, здесь и индезит, и здесь и кортизо, там производство стекол. Да, вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с предприятиями, которые обслуживают индезит. То есть это предприятие по изготовлению пластика. Это выплавляют барабаны, подстиральные машины. На работу, с работы забираю, развожу по хостелах. Ну, то есть такая как-то работа. Понял, вы живете здесь же? Всем привет, друзья! Несмотря на плотный график в Москве, удалось сходить в тренажерный зал прямо сейчас, утро. Вечером я улетаю в Польшу. Там планируется встреча с крупными работодателями Варшавы, Кракова и других городов с населением от 65 тысяч человек. Это фабрики, заводы, технологические предприятия. Обещаю огромное количество вакансий для СНГ, России, Беларуси, Украины, Средней Азии. Итак, я еду сейчас, кстати, вот мой самолет в Варшаву для встречи с работодателями, заводы, фабрики, предприятия, с которыми мы сейчас будем взаимодействовать и помогать вам с новыми вакансиями. Друзья, ну здесь все стандартно. 9 злот, 10 гигабайт интернета. Коста кофе. И жду Дениса, который меня сейчас встретит. Ребят, едем по местному автобану. Здесь есть какие-то ограничения по скорости? 140. Ну, хорошие дороги, друзья, в Польше. Погода. Сегодня где-то плюс 12, да? Ну, дождевом плюс 9,5, но сейчас без дождя 8. Даже теплее, чем в Сочи. В Сочи вечером. Сейчас я приехал из Сочи, там было холодно. Здесь прям так классно. Что за город это, Денис? Радовска. Город на перипетии всех дорог. От Варшавы 150 километров до Лодзи 80. До Кракова. Чуть дальше 250, до Лосного 200, до Катовиц 150. А почему здесь? Почему здесь остановился? Ездить в любую точку выгодно. Я понял. Если жить в Варшаве, то до Дальношенского ездить далеко. Если жить там в Дальношенском, в Лославе, то ездить там до Варшавы, до Лодзи далеко. Какие у нас завтра планы? С утра чай, кофе и путь. Куда поедем? Поедем в Лодзь. С Лодзи поедем, я думаю. Сначала с Радомска начнем, поедем на Лодзь. С Лодзи поедем на Катовицы, с Катовицы поедем на Жор. Мы за день успеем. Это будут предприятия? Это будут жилье рабочее. Посмотри, как у нас люди живут. Они вам расскажут о своей работе. Что, как, тяжело, не тяжело. Чем сталкивались, как им вообще здесь живется. То есть это обычные люди, которые приехали сюда, работают. Зарабатывают на жизнь и обеспечивают свою семью. Приехали в отель. Считается такой, да, хороший? Не супер. Сейчас посмотрим, что тут. Народ тут отдыхает, тут ресторан. Сегодня уже выходные, и тут народ отдыхает. Все, друзья, завтра. Это здесь такое, да? Вау. Друзья, тут прям ночной клуб рядом. Доброе утро. Так сегодня выглядит вид из окна моей гостиницы. Ребят, кто хочет стать водителем на большой машине, на грузоперевозках. Звоночек для вас. Смотрите, сколько их. У меня, кстати, завтрак. Неплохо все это выглядит. Завтрак бесплатный, входит в стоимость номера. Номер, кстати, обошелся в 28 евро. Так все это выглядит по утрам.
неплохой отель. Приехал Денис. Все, выезжаем. Сейчас забираю свои вещи из отеля. Очень вкусный завтрак. Сейчас мы еще раз проедем по предприятиям, в которых работают и русскоговорящие, да, ребята, и поляки. Где-то берут приезжие, где-то не берут. В общем, едем. Кортизо – это алюминиевые металлоконструкции изготовляют. Вот, друзья, первая компания «Кортизо». Работают ребята, да, на этой компании? Здесь поляки, здесь украинцев нету, здесь только поляки. Не берут, да, украинцев? Нет, не везде, не на все предприятия берут украинцев. То есть украинцев берут, ну и вообще русскоговорящих со стороны СНГ и Азии, это те, которые работают такие мануальные, где не надо какого-то там специального навыка и умения. Угу. Денис, а я знаю, что здесь есть школа для взрослых, где можно повысить свою квалификацию. Языковую? Не-не-не, вот профессию. Можно, конечно. Это платно или бесплатно? Все платно. Есть эти, как они, полиценциарные школы. Да, полиценциарные. Это бесплатные будут. Ну, там не все направления бесплатные. Я, кстати, в Кракове делал видео как раз от школы, со школы. Тут что, там контекс, это памперсы делают. Вот справа? Угу. Здесь берут русскоговорящих? Здесь такие разовые работы. Мы даем тут украинцев там на неделю, на две недели. То есть они здесь больше на перепаковке стоят. То есть оно выглядит, что это здоровое предприятие, а по факту там стоит пару машин, которые производят памперсы, засыпают ингредиенты, подключают эту вот пылюху и изготавливается памперс. Украинцы стоят просто на упаковке, то есть на конечном выходе, на погрузку. То есть еще 5 лет назад этого ничего не было, это вот как бы больше так быстро развивается, быстро строится. Вот тоже сейчас новые предприятия строятся. В прошлом годом еще вот этого не было, сейчас тоже достраиваем. Это то есть на вот на, таком, вот на такой территории, да, прям конкретно предприятие, где где-то берут русскоговорящих, где-то, где-то не берут. Не берут, да. На памперсах берут, но на там, короткий срок. На короткий срок там разово, когда зашиваются люди, то берут. Ну, это что за предприятие? Цинковня, тут мы никого не давали сюда, я даже, честно говоря, не вникал, что это за предприятие. Понял. Друзья, самая большая проблема – это снять ролик с предприятия, да, то есть не пускают просто так? Не пускают. Так. Ну, у каждого свои секреты, как это все делается, поэтому этого никто не пустит. Да. Это пресс-глаз здесь, то есть это перепаковка, переборка мусора слева у нас. Там как? Берут, не берут? Берут, но мы туда не даем, там такой нюанс, что там каждый месяц полтора смертельные случаи. Ого. С чем связано? Стекло, оно тяжелое, падает, срывается. Здесь завод Индезит, вот он прям большой. Бытовая техника. Да, здесь изготавливают стиральные машины и духовые печи, ну вот он прям большой идет. А вот эти вот грузовые машины, я так понимаю, они приезжают сюда на предприятие? Это на погрузку, да. А, и вот эта вот гостиница, где я сегодня спал, это как раз люди, дальнобойщики, да? За счет ну, предприятия останавливают. Спят в основном в машине, да. Можно, ну, в принципе, пару отелей есть по этому городку. Вот это вот такие промзоны. Ну, в принципе, такие подобные промзоны по всей Польше раскрыли. Угу. А тут слева что? А, это все стекла, это, да? Это вот стекла, да. Вот это вид стекла идет, то, что срывается, падает. То есть это все строится, это интенсивно строится, то есть Польша такая быстро развивающаяся страна на сегодня. То есть, друзья, здесь и Индезит, и здесь и Кортизо, там производство стекол. Да, вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с предприятиями, которые обслуживают Индезит. То есть это предприятие по изготовлению пластика. Это выплавляют барабаны, подстиральные машины, разную мелочевку, резиночки, жгутики. То есть здесь идет на Индезите просто сборка. Со всех предприятий приезжают комплектующие и на месте уже на линии собирают. Вот, кстати, это предприятие справа. Ну, здорово. Это огромный склад мебели. Вот он. Там он полуавтоматический. Мы приехали. Мочалки. Еще на один хостел. Здесь работают люди, которые... Вернее, здесь живут люди, которые работают на производстве мочалок. Да, мочалки, губки разные. Я обратил внимание, вот люди в какой теме работают, сколько у них всего там вот картошка. На картошке, на картошке картошку жарят, на мочалке, мочалки развешаны. Это рабочая машинка их. То есть фирмы снимают в лизинг эту машину. Такой красивый дом, да?
Рено новое, да? То есть они ездят на них. 16-го года не сильно новое. Ну, да, для работы в отделе. На производство, видите? То есть я заметил, у каждого своя машина, да? То есть да. Живут. О, сколько здесь людей живут. Это же очень дешевая машина. Здесь за месяц можно себе купить машину. То есть это было за месяц на... Никаких сигарет, никаких вейпов. Здрасте, как вас зовут? Женя. Жень, вы работаете на этой машине, да? Да. И что делаете, куда вообще они ездите? В основном смены возим на работу, с работы забираю, развожу по хостелах. Ну, то есть, такая как-то работа. Понял, вы живете здесь же, в этом хостеле, да? Да. Хостел. Сколько тут человек? Хостел хороший. Я вот сейчас вот как раз внутри поснимал, там очень здорово, да? Да. А, то есть, ну, получается... А что за предприятие? Арикс. Арикс? То есть, там делают мочалки? Мочалки. Ну, всякие виды мочалок, скажем так. Ряд. То есть, с утра, грубо говоря, вы все собираетесь в машину и уезжаете на работу, да? Да, в 6 часов отвез первую смену. Там, если с ночной надо, привез с ночной. То есть, ну, такого плана. Понял. 10 годин, ну, и так далее. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Да здесь удобно, все есть, удовольствие. Сколько, когда начинается рабочий день, когда заканчивается? Вот, начинается в 6 утра, вот, и как и как. Две душевые кабинки. Три на первом этаже и три на втором. Кухня, да? Здрасте. Такая кухня.